Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталії Мосейчук. І сьогодні у нас спеціальний ефір. Ми його робимо в таких екстремальних умовах, тому що виїхали у відрядження. Але події в Росії і оголошення російським президентом Путіним мобілізації, воно все ж таки заслуговує на те, щоб ми зустрілися, хоч і не достатньо комфортних умовах, але обов'язково проговорили цей неприємний в першу чергу для росіян момент. І я дуже прошу поширювати цей ефір, і якщо це можливо, і ви нас будете слухати в Росії, слухати, пожалуйста, розпространяйте посилання на цей ефір, смотрите нас, підписуйтеся на канал Наталії Мосейчук, ставте дзвіночки, тому що зовсім скоро вийде і нове відео, ви про нього повинні знати. Я перехожу на русский язык, опять-таки, потому что росіяни должны этот ефір слышать. І я представляю нашого гостя Вячеслав Мальцев, лидер движения «Артподготовка», признанного в России террористическим. Ну и как у самого известного террориста России, мы сейчас и будем брать интервью. Вячеслав, здравствуйте. Спасибо большое, что так быстро откликнулись. Спасибо. Это очень высокая оценка. Самый известный террорист России. Это очень хорошо. Мне нравится. Огромное спасибо. Да. Вашего полку прибыло сегодня там на улицах Москвы и Питера, в Бурятии. Там такие огромные протесты и очень много людей, которых забирают прямо с протестов, грузят в каталажки и увозят. Только молодые люди, пожилые люди, ну, хватают так всех без разбору и очень жестко обращаются с протестующими. Я, знаете, с чего хотела бы начать? Я сегодня увидела обращение Курского военкома. И вот этот вот товарищ, он сказал, произнес такую речь по поводу мобилизации, которая, как по мне, а мне кажется, что такое мнение будет у украинцев, потому что мы знаем, что такое мобилизация, и мы знаем, как наше государство мобилизирует и мотивирует, да, на фронт. У нас есть и внутренняя мотивация. Но вот он говорит такие вещи. Значит, он пообещал, что подход к мобилизированным будет максимально жестким. За попытки симулировать болезни их ждет уголовная ответственность. Военкомат никого жалеть не будет. Подход очень жесткий. Родину нужно защищать. Мы отправляем с лозунгом «победить, а не умереть». И дальше он рассказал, что в первую очередь сейчас 600 человек отправили на обучение на двухнедельные сборы. Вот. И тоже мы знаем, что такое двухнедельные сборы, чему можно научить, да, если этот солдат, там, шапка-валка, хоть и прошел службу, как говорит Путин, будет брать только тех, кто прошел. Но двухнедельные сборы – это ни о чем, конечно же. Вот. Очень хотелось бы, чтобы вы померили температуру по больнице, я это так называю. Как Россия? Как вы думаете, это будет вот два дня протестов «Нет войне» или россияне будут прятать своих детей, своих мужей? Как это будет дальше? Чего ждать? Да, спасибо вам за вопрос, очень хороший. И хочу вот что сказать. Ну, сейчас вот, когда раньше мы говорили «слава Украине», да, это, я вот с конца хочу начать сказать «слава Украине», потому что это заслуга в прямом смысле Украины. И вот тех самых героев, которые с 24 числа по сегодняшний день сдерживают путинскую агрессию, которые наваляли таких прям хороших тумаков путинцам, и в результате Путин объявил вот эту частичную мобилизацию, на которую он никогда не решился. И это на самом деле сопротивлению огромный подарок. Хотелось бы вспомнить историю. Помните, да, когда Гитлер захватил Францию, французы не особо хотели воевать. Ну а что, как вроде бы европейская цивилизация, ну пришли какие-то кренделя, да, которые алимоны, так их назовем, да, ну вечная была война между франками и алимонами, да, франки немецкое племя, алимоны немецкое племя, и в общем-то немцы как-то между собой дрались на территории Франции, поэтому никто особо сильно не возмутился, да, ни одного протестующего, ни одного сопротивленца. Гитлер подписал указ, соответствующий, вот как Путин, о том, что те, кто не принимает участие в боевых действиях, должны идти в трудовой фронт. Не в армию, не воевать, на трудовой фронт. К
Какой был результат? Прекрасный. Через год сопротивление Франции составляло уже больше армии, обычной пехотной, да? А еще через год это было 50 тысяч хорошо вооруженных, экипированных и обученных, и закаленных в боях людей. То есть Гитлер создал на оккупированной территории сопротивление одним только росчерком пера. Я надеюсь, что сейчас Путин создает такое сопротивление, потому что нам приходится очень долго агитировать, пропагандировать, да, пытаться вовлечь людей в борьбу с Путиным. И вы знаете, они идут охотно с плакатиком, они идут охотно в слив раньше, сейчас даже это, да, и в какую-то такую, либеральную тусовку, да, то есть, чтобы не сопротивляться физически, чтобы не совершать никаких особых действий, да, а тут, видите, Путин сам подливает масло в огонь, и если раньше, да, раньше, ну, определенные либералы обвиняли нас в реакционности. Помните, 5.11.17 я призвал на революцию, а мне говорили: ты провокатор, столько крови прольется. Ну вот, пожалуйста, без всякой революции пролилось крови море и еще больше прольется. Если не уничтожить Путина, если не прибить эту гниду прямо сегодня, то завтра может быть еще хуже. Вы понимаете, что он на этом не остановится. Да, там частичная мобилизация, завтра полная мобилизация, послезавтра атомная бомба, что хотите. Он сошел с ума, он слетел с катушек. Этот человек, в общем-то, никогда не представлял из себя там какого-то культурного, интеллигентного и так далее. Он всегда был быдлаком и всегда рассматривал жизнь через призму вот своей питерской подворотни, где он, вы посмотрите на фотографиях, он всегда где-то сзади стоит, где он униженный такой. И вот эти комплексы он пытается отработать. То есть Россия так уже, сейчас... Вячеслав, у него было 20 лет, но, кажется, уже отработал он все свои комплексы. Нет, он уже поблагодарил. В Геленджике уже дворец. Нет, а тем более сейчас, когда он поехал в Самарканд и такое унижение пережил, представляете? То есть совершенно немыслимая ситуация создается, потому что Путин зачищает Россию под Китай, понятно, да? И, в общем-то, все аплодируют этому, особенно, в общем-то, те, кому и не стоило бы аплодировать, я имею в виду людей на Западе, да, они думают, что Путин отдаст, ну, уничтожит Россию, заберет все Китай, да, и Китай потом никак не будет развиваться. Китай уничтожит европейскую цивилизацию. То, что сейчас происходит, с одной стороны, Путин гонит одних славян, да, с другой стороны, Украина вынуждена защищаться, и сейчас набор увеличенный, там вот Шойгу объявил 300 тысяч, будет 300 тысяч, не будет, я не знаю, может и больше будет, да, соответственно, понятно, нужно больше военной техники, но и больше людей. И с этой стороны, с украинской, тоже люди гибнут. Если бы Путин кидал этих орков, и они бы там сгорали в этом огне, ну, это еще полбеды. А люди умирают с обеих сторон в огромном количестве. А, в общем-то, и Украина, и Россия – это такая же основа европейской цивилизации, как другие крупные европейские страны. Уничтожая украинцев, уничтожая русских, уничтожая тех, кто других людей других национальностей, кто вовлечен в этот адский, в общем-то, огонь военный, да, Путин уничтожает европейскую цивилизацию, расчищает поляну для азиатской, это совершенно очевидно, поляну для Китая, и недаром. Хорошо, а я вам задам вопрос, Вячеслав, а вот вам очевидно, нет, а кому-то еще очевидно в Кремле? Ну, там в Кремле в основном агенты влияния Китая. Но посмотрите, они все очень запросто общаются, в десна целуются. Путин, я убежден на 100%, что агент влияния Китая. Медведев 100%, да, помните, еще в 2008-2009 году они подписывали договор о концессии, который был продлен в 2018, а на
Если раньше он был на сайтах, до продления на сайтах, ну, где-то до 2014 года правительства этот договор был с Китаем, то сейчас его там нет. И что они подписали до 40 какого-то года, это одному Богу известно. Посмотрите, Володин мотается только в Китай, да, общается с китайцами. Зюганов вообще не скрывает своей прокитайской позиции, ко всем лезет и пытается наладить со всеми контакты с Китаем. Там Патрушев был прозападный, и обратите внимание, сейчас он гоняется и договаривается в Китае. И в Китае будет решаться судьба России, больше нигде. Вот сейчас будет встречаться. Но они же недавно были. Вот, смотрите, вы правильно говорите. Они недавно сидели в Самарканде, смотрели друг другу в глаза. Да. Путин обещал, что скоро он закончит эту войну. Да? Приехал, сделал наоборот. Патрушев ехал в Китай и поговаривает, что Патрушев, якобы разговаривая с китайцами, они ему задали, они ему сказали, ты, пожалуйста, не разговаривай о поставках оружия, мы вам точно этого не дадим, амуницию мы вам не дадим, скажи, а что будет, вы когда собираетесь власть менять и на кого? И Патрушев сказал, на сына моего. Это я вам так уже сплетни телеграм-каналов пересказываю. Это абсолютные сплетни, потому что китайцы не собираются ни на кого власть менять, пока Путин полностью не уничтожит Россию. И Путин агент влияния Китая, и он для того находится на своем месте, чтобы уничтожить Россию полностью, и чтобы зашел Китай. В каком виде Китай зайдет, я не знаю. Будет ли это военная экспансия? Навряд ли. Скорее всего, Путин подпишет все возможные договора. Ослабление России очень выгодно Китаю, это прям супер. То есть он золотой человек для них. И поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим эпохальные события. Я еще в свое время, так скажем, проанализировав ситуацию. Ну, давным-давно мы знаем, что Китай прицелился на Россию, не только на Россию, да. И нужно было, в общем-то, согласие Соединенных Штатов, окончательное согласие, потому что предварительно было получено 50 лет назад при встрече Путина и Мао Цзэдуна, ровно 50 с половиной лет назад. И Китай накачивается Соединенными Штатами. При встрече кого и Мао Цзэдуна, Вячеслав? При встрече Никсона. Никсона и Мао Цзэдуна. Они конечно. Правильно, вы сказали Путин. А я Путин сказал. Нет, да. Никсона и Мао Цзэдуна, да, встречу эту Киссинджер готовил. То есть все это известно, никто это не скрывает. И Китай накачивался против Советского Союза. Советский Союз пал, а Китай продолжили накачивать. Так против кого же его накачивали? Тогда против Соединенных Штатов. Зачем? Это безумие. Поэтому американцы, я так понимаю, немножко не представляют себе, как будут развиваться события, ну или уже ничего не могут их остановить. И поэтому, конечно, вот это... мобилизация очень важна для Китая, поскольку в России будет огромное количество погибших, в России огромное количество людей, способных держать оружие, которые могли бы развернуть его против Китая, погибнет, и оружие-то это исчезнет. И вот Шойгу сказал, что нужно 300 тысяч человек, а вопрос, а во что он их будет одевать, чем он их будет вооружать и так далее. Ничего нет, кроме танка с табуреткой. Поэтому очень вот ситуация такая, с одной стороны, плачевная, а с другой стороны, видите, она для нас хорошая. Потому что у нас не будет другого шанса. Вот в этот промежуток, в эту щель мы сможем пролезть. Вот сейчас, да. То есть, если Россия уже развалится и туда зайдет Китай, ну, например, да, заключит с Путиным соответствующие договора и создаст СССР-2 на территории России. Ну, вместе с Китаем, вместе против НАТО и так далее. Ну, как они любят там этих бендеровцев, НАТО, там, что у них еще в башке у этих дураков. И будут эти дураки сидеть и рассчитывать на то, что они будут есть пельмени с пивом, да, смотреть на компьютере что-то, а китайцы за них будут строить, воевать и все остальное будут делать, защищать их, в общем-то, от этой пресловутой НАТО. Вот. А на самом деле, конечно, произойдет
все очень быстро. И я думаю, после встречи Байдена и Си Цзиньпина все случится. И Россия в том виде, в котором ее привыкли видеть, существовать не будет. В результате может оказаться, что она будет разорвана между тюркскими народами, да, которые под, так сказать, пятой Эрдогана будут развивать свой мир тюркский дальше, китайский мир. То есть весь этот русский мир, который они тянут, он мгновенно превратится в тюркский мир, в китайский мир и так далее. Но это и неплохо, понимаете, потому что, я говорю, у нас будет узкая щель, куда мы сможем пролезть и попытаться захватить власть в России, попытаться добить вот этих путинских недобитков, да, попытаться каким-то образом изменить политику в России. Но вы понимаете, что либералы никакие этого не сделают. Они максимум могут выйти с плакатиками, а здесь нужно будет, в общем-то, жестко поступать. У них это не получится. И поэтому те люди, которые... А есть у кого получится, Вячеслав? Полно. Очень много. Ну, во-первых, кто будет, так сказать, участвовать во всех этих делах? Ну, прежде всего, украинская армия будет участвовать. Вы же понимаете, что есть там какой-то так называемый мифический русский корпус, или как он называется. Русский легион. Ну, возьмут любых людей, чем они отличаются. Вот тех, кто служит в украинской армии, белорусы, украинцы, оденут на них форму. Скажут, это русский корпус. Ну и на здоровье, значит, пойдут эти там в Белгород, еще куда-то. Это будет русский корпус, да. У Лукашенко есть армия, тоже какой-никакой корпус, да. Причем она самая сильная, я всегда прикалываюсь, самая сильная армия та, которая не принимала участие в боевых действиях. Ну, кто бы знал, что путинская армия такая гнилая, пока в боях она себя не проявила, да. То есть пустое место оказалось. И... Есть украинская, есть китайская армия, да, в конце концов есть интересы Эрдогана, а там огромное количество армий, тюркских армий. Поэтому внутри России есть большое количество ватной публики, которая сейчас воюет в ДНР, ЛНР. Когда все разрешится самым неприятным для них образом, они же куда-то приложат свою энергию, они не будут продолжать до бесконечности воевать с мифической НАТО и с какими-то там бендеровцами. Да? Ну, у них как-то, наверное, встанет на место, кроме всего прочего, а может и просто прокрутится еще дальше. Ну, кроме всего прочего, им надо будет бандитствовать, создавать какие-то отряды там, какие-то захватывать конкретные места, если Россия будет рваться, как лоскутное одеяло во многих областях. Губернаторы и руководители различного уровня, но уже сейчас собирают какие-то ополчения и так далее, которые будут использовать и не для защиты каких-то будущих режимов, понятно, а для защиты себя любимых. Это и Чечня с Кадыровым, да, и с большим количеством боевиков, которые тоже не побегут на защиту Кремля, когда все серьезно начнется. Поэтому действующих, так сказать, лиц и исполнителей очень много. Ну и мы, конечно. То есть у нас тоже есть какая-никакая армия. У самой сильной, потому что она тоже в боях пока не принимала участие, но те операции, которые мы объявляем, и связанные с железной дорогой, да, и самая знаменитая наша популярная операция «Примус», да, принцип такой, что все, что не работает на революцию, не должно существовать. Вы видели, что количество пожаров в России, особенно различных там пилорам, которые у нас принцип, ни дня без пилорамы, чтобы ни одной доски Китаю не ушло. Да, то есть количество пожаров, по данным МЧС, в 1000 раз выросло. В 1000, можете себе представить. Был совсем вот недавно, сообщали, в 300 раз. Ну, может быть, это и небольшие такие заслуги, но вот я говорю, месяц назад мы подсчитывали ущерб, который нанесли путинцам, это было уже 20 миллиардов. Это то, что мы железно можем отметить, да, но... Конечно, были и небольшие просчеты, да, вот, когда Орловскую администрацию, вы помните, наверное,
когда подожгли Орловскую администрацию, то задержали Михаила Давыдова, который находился в федеральном розыске, его задержали, он, наверное, год-два уже в розыске, его поймать не могли, и тут он так нарисовался, акт красивый, вопросов нет, привлек внимание, но человека жалко, поэтому наш принцип такой, как в операции, помните, Моргунов говорит, только без жертв. Наша задача, чтобы ни с той, ни с другой стороны не было жертв, чтобы и нас никто не схватил, и чтобы там, с той стороны, тоже никто особо Вячеслав, не погиб. А можно вам вопрос задать по поводу вот этих все-таки сегодняшних протестов? Как вы думаете, насколько они распространятся и распространятся ли они вообще? Имеет ли будущее у протестного движения в России? Или это будет как 24 февраля, 1-2 дня, и эта спичка догорит? Мы посмотрим. Сейчас трудно сказать. Пока, на самом деле, людей вышло не так много, чтобы это приняло какие-то для Путина фатальные, да, такие последствия, да, имело какие-то фатальные последствия. Понятно, что эти люди, они не успокоятся, и этот протест, он, если на улице не сможет быть организован, он перейдет в подпольную фазу. Это хорошо, мне вообще сразу бы хотелось, чтобы все это подпольно происходило, чтобы вместо того, чтобы идти протестовать, они попалили там все, что можно вокруг, военкоматы, полицейские участки, суды, прокуратуры и так далее. Это было бы гораздо эффективнее, чем попадать в автозак, куда-то тебя там везут. Зачем? Какой смысл? Пошел вон в окно бутылку с горючей смесью, ну или силой мысли, экстрасенс, да, как у нас, мы говорим, что мы силой мысли поджигаем, они говорят, что мы палим бутылками с горючей смесью, а мы говорим, что силой мысли. И поэтому вот эти протесты... А мы говорим, что у них курят. Ну да, если они будут массовыми, это слава богу. Но, вы понимаете, еще-то не верится, что будут массовыми. Сейчас ребят этих, кто вышел на протесты, будут хватать, будут тащить, соответственно, прям из полиции, будут тащить в военкоматы, чтобы отправить в армию, отправить на фронт. И у них нормативная база под это есть и очень хорошая. Понятно, что, может, их не отправят на передовую, чтобы они не перешли с оружием в руках, сразу же в плен не сдались, да, не в плен, а наоборот, да, из плена не вырвались, они не сдаются с плена, они из путинского плена вырываются, да, вот, а, конечно, могут устроить им какую-то муштру в какие-то лагеря, их отправлять и так далее. У них есть, в общем-то, официальная возможность сейчас этим заниматься. Поэтому посмотрим, насколько эти протесты станут массовыми. Но вы понимаете, что так называемая частичная мобилизация, она для этого и объявлена. То есть Путин – это такой шнырь КГБшный, который никогда в лицо ничего никому не скажет. Поэтому, когда Шойгу заявляют, что нужны всего-то 300 тысяч, да, то это, помните, как у «Машины времени» у этого Уэллса, да, там, когда Марлоки приходили и забирали людей, ну, не всех, а чтобы только прокормиться. То есть, когда самые темные ночи без луны, прибегали, кого-то выхватывали, и люди не сопротивлялись этим Марлокам никак. Почему? Потому что, ну, а что сопротивляться? Они же не всех схватили, они вот какое-то количество, чтобы прокормиться, им что же надо есть? И так далее. Так вот и здесь. Понимаете, студентам сказали, вы не попадете, главное – сила могла бы быть студенты, да, им говорят, да нет, отсрочки никто не отменит, да как же не отменит, ребят, вас заберут, но по одному, по очереди, точно так же, помните, как в свое время нацистов говорили, да, помните, что когда пришли за евреями, да, я молчал, я же не еврей, когда пришли за христианами, да, за коммунистами молчал, я же не коммунист, когда пришли
там за христианами, да, я молчал, потому что не христианин. Да. И в конце концов пришли за мной, заступиться было некому. Вот сейчас та же самая система, разделяй, властвуй, то есть вот это... Объявлена мобилизация частичная, никакого военного положения нет. Но мы, собственно, это и прогнозировали, что так они будут действовать. Студентов вроде бы не заберут, хотя мы видим, что сейчас, в настоящий момент, подготавливаются нормативные документы о том, что студентам, которые ушли в армию, да, предоставлять отпуск академический. То есть, если бы они не брали студентов, зачем этот нормативный акт нужен о предоставлении, автоматическом предоставлении академического отпуска? А почему? Потому что сразу раз, то есть, вот у этой категории, там какой-то категории, не у всех, да, отменяют отсрочку, да, их раз забрали, ну, все остальные помалкивают, ну, нас никто не забрал, за нами тысяч... Неизвестно, придут или нет. Кроме всего прочего, люди попробовали и пробуют сейчас через границы бежать. Границы пока не сильно закрыты. Да? Хотя, обратите внимание, западные товарищи начали границы закрывать за несколько месяцев. Ну, смотрите, они за несколько месяцев. А сегодня, вот смотрите, как категорично отреагировали страны Балтии. Да? Литва, Латвия, Эстония сказали, мы россиян пускать не будем, которые хотят откосить от мобилизации. Нет. Литва Ландсбергис сказал, что индивидуально будут рассматривать. Но они это сказали оппозиционеров. Хорошо. Оппозиционеров, да, будем пускать. Да. А вот это вот повального нет. Я знаю, да, что сейчас очереди в Финляндию огромные, люди начали уезжать. И буряты начали уезжать в Монголию. Вот это меня просто так не то что удивило, но я отметила, потому что ну, сколько их здесь погибло на украинских фронтах, вот именно из Бурятии людей. Но зато вот у нас Стрелков Гиркин, вернее у вас, да, вернее у них уже, пишет, что повестки придут многим, но на фронт попадут далеко не все. Вот, он так решил, сейчас он решил успокаивать как бы эту всю армию своих поклонников, которые верещали и кричали «даешь фронт», вот, «хохлам капец», и, значит, их надо уничтожать. Но я вам скажу, что у нас Залужный обратился, это главнокомандующий Сбройных сил Украины, он обратился к россиянам, которые подлежат мобилизации, и он сказал, что, в общем-то, вас ждет наше радушие, да, сдавайтесь в плен, и, в общем-то, это сохранит вам жизнь. Я тоже обратила внимание на этот момент. Вот. Но я так понимаю, что о войне кричали самые упоротые, да, а пойдут воевать, ну, в общем-то, все. Тот, кто и не поддерживал, да, эту войну, а просто отмалчивался. Поэтому видела маму, которая говорит, я вырастила двоих сыновей одна. И говорит, я не... она просто ревет там, в Питере, по-моему, это было, или Москва. Вот. И она говорит, я не хочу, чтобы они... Так что теперь? Им что, прятаться, этим мужчинам и парням? Что в этом делать? Ну, вот обратите внимание, я же не зря вам сказал про нашего соратника Михаила Давыдова, который 2 года находился в розыске, его не могли найти, да, но спалился он вместе со спаленной этой администрацией. Вот, поэтому вариантов очень много. Переходить на нелегальное положение, пытаться прорваться за рубеж и сопротивляться. Главное, я к чему могу призвать людей наших? К сопротивлению, безусловно. И это сопротивление должно быть не пассивное, это активное сопротивление. То есть, а каждый день такие люди должны причинять Путину вред, жуткий вред. Да? Причем можно камуфлироваться под кого угодно, под этих запутинцев, там ворать военные лозунги и сжечь военкоматы. Совершенно одновременно, чтобы тебя не повязали. Да? Поэтому, я говорю, нужно причинять максимальный ущерб, чтобы спасти Россию, да, это как Москву в свое время, ее надо спалить. Это мы видим совершенно очевидно, потому что, ну, Путин, хотя не Наполеон, да, но все равно он на каких-то материальных основах базируется. Если этих материальных основ не будет, если в России будет все разрушаться, будут гореть нефтеперерабатывающие заводы, будут взрываться склады с боеприпасами, они так и взрываются, да. Они говорят, вот там боеприпасы переложили, да, там покурил кто-то и так далее. На самом деле это же не так. Мы прекрасно знаем, как это происходит. Да, если будут падать поезда
с оружием, да, и какие-то товарные поезда сходить с рельсов, да, то, наверное, у Путина будет все меньше и меньше и меньше возможностей. Нам нужно уменьшать его возможности любыми путями. Мы, собственно, это и делаем. Но нас не так много. Да? Вот есть еще у нас масса различных направлений. Вот одно из направлений – волна, так называемая. То есть большое количество наших соратников – это более 200 человек. Очень профессиональных, очень умных, очень правильных, трудятся на поприще фейков и забрасывают эти фейки в ватную среду, там у них взрывается башка и так далее. Все эти фейки очень выглядят красиво, они похожи на распоряжение, нормативные акты, да, на подзаконные акты каких-то государственных служб, да, и, в общем-то, ну, похожи на законы, на какие-то, люди никогда ни во что не вчитываются, поэтому, если им такую информацию даешь, да, то они ее проглатывают очень легко, и ватников, вот мы занимаемся этим очень недолго, на месяца два так раскачали, на некоторых ресурсах они там визжат и кипятком, да, у них все получается, поэтому я думаю, мы будем это продолжать. Сейчас будем еще больше усиливать работу в информационном мире. Но главное – это прямое действие. Информационный мир – это очень хорошо. Агитация, пропаганда – хорошо. Но если мы вспомним Лаврова, то не того Лаврова, который на коня похож, а Лаврыча, который был революционером, Петр Лаврыч, он говорил, что есть три метода политической борьбы – это агитация, пропаганда и террор. Поэтому нам ни в коем случае про третий метод забывать не надо. Прямое действие, будь оно саботаж или что-то другое, более такое жесткое, мы должны сейчас использовать в полном объеме, поскольку Путин является преступником. Путин не является законным лидером России, все его приказы преступны, он является убийцей, он является международным преступником, он организовал геноцид украинского народа, это совершенно очевидно, за это он должен понести ответственность, и не в Гаагском трибунале, мы должны сами посадить его на кол по решению любого, там, московского, питерского, какого угодно трибунала, поскольку нас совершенно не устроит, если он получит какую-нибудь там, ну, пожизненное какое-нибудь заключение или сбежит. Комнатную камеру где-нибудь. Да, наша задача уничтожить всех путинцев, запутинцев, которые причиняли максимальный вред России. Не вот этих ватников, дураков. Они потом изменятся мгновенно, скажут, ой, нас обманули, мы такие несчастные. Эти заслуживают просто кнута. А вот путинское руководство, все, да, и средний уровень, конечно, заслуживает смертной казни, я в этом не сомневаюсь, и мы, безусловно, взяв власть, будем приводить ее в исполнение охотно в отношении путинцев. Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот я смотрю, как разжигается эта ситуация. Вот Майя Санду созвала Совет Безопасности Молдовы. В Казахстане народ тоже очень сильно оживился. Литва подтянула свои вооруженные силы к границе. В Калининградской области особенно укрепилась. Как вы считаете, может Путин кого-то из этих 300 тысяч набранных пустить на реализацию каких-то иных задач? Да, вполне. В других странах? Конечно. Ну, Грузия, прежде всего, самое первое, так сказать, под прицелом Грузии. Если за Китай, если за Казахстан сразу вступается Китай и Эрдоган с турками, да, если за Литву сразу вступятся страны НАТО, безусловно, НАТО. Да, угу. НАТО, вступится НАТО, то за Грузию некому вступаться вообще, да, то есть поэтому Грузия под прицелом
под очень серьезным, и те процессы, которые там происходят, мы видим, что они самые неприятные. И я боюсь, что дальше русских защищать, может, Путин бросится именно туда, поскольку, как видели, он соответствующие указы опубликовал по поводу Грузии, то есть и не вспоминал про нее столько лет, а тут раз и сразу вспомнил. Поэтому он, в общем-то, желал, когда прорывался через Украину, понятно, попасть в Приднестровье и, в общем-то, поработить Молдову. У него это не получилось. Почему не получилось? Благодаря Молдове не получилось? Нет, благодаря Украине. Вот тем самым героям, которым слава, которые встали на пути Путина, и ничего он не смог с ними сделать. Очень он рассчитывал пробиться через Одессу туда и такой, да, себе организовать туда проход в это Приднестровье, чтобы воссоединиться, как он считает. Ну, воссоединиться не получилось, и, конечно же, сейчас ему нужно какие-то дальнейшие шаги совершать, чтобы ватникам рассказывать про победы. Победы-то какие-то нужны. В Украине побед-то больше не будет. Будут только поражения. Сколько бы сейчас он не набрал людей, да, их, этих всех людей, в конце концов, сожгут хаймерсы и украинские парни, да, которые сами тоже будут гибнуть. И в этом, конечно, ужас. Потому что, я говорю, славянские народы уничтожаются под ноль благодаря этому козлу Путину. Поэтому наша сейчас задача, я говорю, максимально быстро расшатать ситуацию в России, максимально быстро и не дать Путину маневра никакого, чтобы он знал, что... Он оставил себе один маневр. Он оставил, Вячеслав. Он сказал, что если что, тогда ядерная ракета. Ну да, это не один маневр. У него есть еще Китай, запасной вариант, но он и будет его. И, конечно, ядерное оружие, безусловно, он будет готов его применить. А поэтому, ну я-то знал про это всегда, с 2014 года призываю убить Путина. Потому что это единственное, впервые в истории человечества один козел может создать проблемы всем. Фактически уничтожить творение может при определенном раскладе, да, если, то есть успеет применить все свое ядерное оружие, но я в этом сомневаюсь, да, мы рассчитывали, сколько он сможет применить, а оказалось не очень много, но это мы рассчитывали стратегическое ядерное оружие. Не очень много, даже если одна ракета, например, по центру принятия решения, о которой кричит там Скобеева и это вторая... забываю ее, вот, Симоньян, то, ну, как бы, Киева нет, да? Нет, а вы понимаете, что это большая сложность, тактическое применение ядерного оружия. Ну, допустим, Киева нет. И что вы думаете, западные товарищи так это спокойно проглотят, что ли? Они сейчас так уже... если Киева нет, западные товарищи? Это, знаете, я понимаю, но... У нас есть национальный интерес при всем при том, что да, мы говорим спасибо нашим западным партнерам, но есть национальный интерес. Кстати, нет, о западных партнерах... Я хочу вам, Вячеслав, одну секундочку, я вот вам хочу... Бен Ходжес, очень люблю его выступление, и он сегодня, конечно же, не промолчал. Он сказал, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, Соединенные Штаты уничтожат Черноморский флот. Это бывший командующий американскими войсками в Европе. Сделал такое заявление. Но думаю, что это не его личное мнение, хоть он и бывший. Но я насколько думаю, что это они... будет больно? Будет это больно или будет больно? Они сейчас реальную картину вам рисовать не будут, потому что она гораздо более страшная, чем Черноморский флот. При попытке Путина применить ядерное оружие, это совершенно очевидно сейчас любому, кто занимается этим вопросом, удар будет нанесен по какому варианту? Я не знаю. Вариантов может быть три. Первый вариант – это уничтожение самого Путина вместе с его бункером и так далее, уничтожение всех точек, откуда может быть нанесен ядерный удар по Соединенным Штатам, то есть по всей ядерной триаде ударит, то есть по всем авиационным базам, по всем дивизиям РВСН,
по всем подводным лодкам, носителям ядерного оружия. Это может быть первый вариант. Ну и, конечно же, удары будут по тактическим установкам. Ну, например, в Калининградской области какие-нибудь поляки тут же будут атаковать тактические ядерные установки, эти «Искандеры» и так далее. Все это разбомбят мгновенно. Ну, в первом варианте, да, это будет удар... связан, да, с деятельностью самого Путина, его там генералов и так далее, прилетят Б-2, разбомбят 61-ми бомбами, все нафиг. Это ядерные, кстати, бомбы. Это я даже не сомневаюсь. Если будет принят второй вариант, но он более тяжелый, да, то есть разбомбят все, что я сказал, плюс объекты хранения ядерного оружия, это уже будет жуткое загрязнение, то есть объекты хранения ядерного оружия, это управление Министерства обороны, 12-го управления, да, их 52 объекта, они будут уничтожены, и уничтожены будут какими-то ракетами «Минитмен», то есть будет это чудовищно, конечно. У меня вопрос. Да. У меня вопрос, Вячеслав. Помните, с 23 на 24 число заседание Совета Безопасности вашего, российского, извините, и, значит, там все такие ничтоже сумняшися пособирались, и когда Путин говорил, согласен ли ты, Нарышкин, выйти за меня замуж, он так, понурив голову, говорил, да, согласен, да, и вот все, значит, вот сказали эту венчальную обитницу, как говорят у нас в Украине. А при применении, если Путину захочется рискнуть, да, и поиграться ядерными боеголовками. Он будет собирать этих людей? И что они ему могут сказать после вот этих месяцев войны? Выйдут ли они за него замуж повторно? Если Путин применит ядерное оружие, то, скорее всего, я не утверждаю, что это так, но, скорее всего, это будет стратегическое ядерное оружие, и удар он нанесет не по Украине, а по Соединенным Штатам, Великобритании и Европе. Прежде всего, по Соединенным Штатам, и это будет очень выгодно Китаю. Я думаю, что они его и наускивают на это, поскольку мир огромен, и если Путину удастся разбомбить Соединенные Штаты, Великобританию, часть Европы, то китайская гегемония будет стопроцентной. Кроме всего прочего, я думаю, так же точно, как я рассуждаю, четырехзвездочные генералы в США, они приносят карты соответствующие президенту, но про президента не будем говорить. То есть тем людям, которые принимают решения в США, они показывают и говорят, вот если Путин стрельнет первый, у нас, грубо говоря, минус 100 миллионов. Да? Ну, сейчас, наверное, не стоит. Раньше было, да, сейчас у Путина все гораздо хуже. Ну, пусть, предположим, 50. Да? А если мы выстрелим первые, то, ну, максимум, что мы потеряем, там, ну, миллион человек и так далее. И тут возникает сразу вопрос, как действовать, да, то есть наверняка связываются с союзниками, спрашивают у англичан, ребят, вот Путин тактический ядерный удар наносит по Украине, вы что делаете? Они говорят, атакуем. Ну, тогда американцы прикидывают, так, если англичане атакуют, а мы будем сидеть курить, то кончится это очень плачевно. Значит, нам тоже надо атаковать, ну, то есть без нас нас женили, в любом случае мы ввязываемся. То есть эта система так работает, понимаете, она по-другому не может работать. Если Путин будет раскидываться ядерным оружием, даже тактическим ядерным оружием, то мир изменится очень сильно. Настолько сильно, насколько он не может так быстро измениться. Поэтому... Почему? Почему вы так думаете? Смотрите, там же все по временным достаточно рамкам понятно. Он говорит, я применю ядерное оружие, если, дескать, эти укропы зарядят по российской территории. Вот буквально на конец недели, на следующий, он прогнозирует, что произойдут референдумы в нескольких областях, временно оккупированных территориях Украины, да? Значит, и тогда для него создается в его голове, да, такая этакая легитимность. Он для себя думает, это русские территории, значит, хохлы ударили по русским территориям. Ну все, вот я и пришел. В общем-то, очень короткий путь, очень короткая дистанция между тем, что я решусь на ядерное оружие, и между тем я запускаю эту ракету. Потому что...
дескать, вы обстреливаете, скажем, оккупированную часть Запорожской области или оккупированную сейчас Херсон, или где там еще он собирается проводить референдумы. Так званый ЛДНР. Да, Путин малефик. Для того, чтобы применить ядерное оружие, ему никакое обоснование не нужно, абсолютно. То есть он все обосновывает своей сущностью, злодейской сущностью. Если как бы есть два пути, один путь нормальный, человеческий, да, а другой путь зла, к одной и той же цели. Малефик всегда выбирает путь зла. То есть это исторически так происходило. Он злодей, то есть, ну что такое малефик? Зловредитель, тот, кто генетически, так сказать, ненавидит людей, кто творит зло, потому что ему нравится творить зло. Это такой вот врожденец, и ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому прекрасно знают это на Западе, я думаю, и почему его и поддержали, потому что понимали, во что это все выльется для России, когда его Ельцин двигал. Вот. И я думаю, что Путину не нужно никаких обоснований, связанных с референдумами. Ну, вот там пройдут референдумы, это станет российской землей. Да это обхохочешь. Нет, ничего не станет российской землей. Кроме всего прочего, видите, с ядерное оружие в военных целях применялось только дважды. Американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки. И тогда это было необходимо, чтобы прекратить войну и не потерять 200 тысяч человек. Да, помните, президенту Труману представили доклад, где было сказано, что оккупация Японии даст потери в 200 тысяч военнослужащих. Он сказал, что он не будет жизнями 200 тысяч. Хорошая параллель, Вячеслав. Да, военнослужащих прикрывать. Вы представляете, если Путину сейчас подмахнет кто-то такой доклад и скажет, ты вот 300 тысяч отрядил, и там 300 такой тысяч доклад, закопаются. Я уверен, лежит у Байдена на столе. Вот в чем дело. Не у Путина, а у Байдена. И применение ядерного оружия, я думаю, возможно, не с путинской. Не, ну с путинской стороны рано или поздно это будет. И мы говорили, потому что он зловредитель, он малефик. Но он понимает, что если он долбанет тактическим ядерным оружием, он получит стратегический удар. Они это прекрасно понимают. Поэтому они будут готовить стратегический удар. Они не ограничатся тактическим. Он им не нужен совершенно. Представьте, они наносят удар какими-то там искандерами смешными, уничтожили Киев, это страшно чудовищное преступление, да, но они никого не связали этим преступлением, никого не напугали настолько сильно, чтобы им не ответить. Они, наоборот, ожесточили, и если это происходит, то я могу биться об заклад, что пройдет 37 минут, можем прямо с вами с секундомером засечь, и через 37 минут все будет кончено. Потому что это именно столько... А потому что только минитмены летят. Они тут же выйдут и полетят, и все. Чтобы их поднять, там ничего не нужно. Они все в боевой готовности. Но понятно, что лодки лежат, и ракеты прилетят с лодок быстрее. Понятно, что прилетят Б-52 и скинут крылатые ракеты, и будет ад адский. Но я говорю про минитмены, потому что ну, это максимально, так сказать, ударная часть, которая будет применена и которая закончит сразу все. Да, то есть никто не будет играться, никто не будет пытаться там вот Путин ударил тактическим ядерным оружием, а мы сейчас тоже ответим тактическим. Да нахера кому это надо? Нужно сразу уничтожить все, откуда могло что-то, хоть что-нибудь вылететь, хоть петух, хоть курица. Да, поэтому я думаю, что сейчас рассуждения, конечно, об опасности Путина, они правильные, потому что он психически нездоровый человек, мягко говоря. Он может стрельнуть и тактическим ядерным оружием, и стратегическим. Но если бы мы делали ставки, я железно не хочу на это делать ставку. Да? То есть я иногда ставлю деньги на какие-то прогнозы и всегда выигрываю, ни разу не проиграл. Так вот, если бы предстояло делать ставку денежную, я бы, конечно, поставил на то, что Путин будет применять стратегическое ядерное оружие, а не тактическое, и нанесет удар по вот этой вымышленной НАТО, то есть он будет
бить по Соединенным Штатам и по Великобритании, потому что у него нет другого выхода. Либо он будет ждать до упора. Рано или поздно он будет загнан в такие рамки, когда придется применять ядерное оружие, и что может его от этого, грубо говоря, отвлечь? Ну, во-первых, уничтожение объектов 12-го управления Министерства обороны, прежде всего. Ну, мы там немножко рельсы разбираем периодически, там улетели, наверное, вы слышали, везли атомные бомбы и улетели с рельсов, очень нам это понравилось. Нам говорят, вот видите, какие злодеи разобрали рельсы, а там ядерное оружие перевозят. Это так страшно. И это нисколько не страшнее того, что у Путина ядерный чемоданчик. Это, ядерный чемоданчик гораздо страшнее. Поэтому я могу сказать только одно, что если Путин не будет уничтожен, да, то всему миру будет очень жарко. Даже это, тем... это будет еще один вопрос у меня к вам. Я просто хочу сказать, да, что есть реакция уже Зеленского. И, ну, она, он дал интервью немецкому изданию Bild. Вот он сказал, что ни референдумы, ни угроза применения ядерного оружия не изменят позицию Киева. Завтра Путин может сказать, кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы, подчеркнул президент. Это при всем при том, что у нас же тоже есть такая оппозиционная фронта, которая говорит о том, что вот, Зеленский наверняка уже, значит, под колпаком у Запада, который наверняка уже ведет переговоры с Россией, которая наверняка продавливает, значит, сдачу регионов, и, ну, это все крутится в информационном пространстве, да, на уровне, что называется, там, одна бабка сказала, но вот народ, знаете, он же любит такую конспирологию. А вот тут Зеленский выходит с заявлением, причем он это делает с завидной периодичностью, что нет, мы не отступаем, мы продолжаем. Залужный сегодня говорит о том, что нам свои робыты, мы продолжаем воевать. И до зимы нам надо успеть сделать это и это. Вот, у нас есть своя программа действий. Я вас хотела спросить вот о чем. Я читала книгу Фельштинского по поводу того, как в России устроена передача власти. И вот он написал, и мне кажется, что он совершенно прав, он говорит, что за любой передачей власти и за любым периодом правления в Советском Союзе и в Российской Федерации торчат уши ФСБ. Единственное, уши ФСБ были или там КГБ, или что там было у Дзержинского еще раньше, да? Единственный период правления, когда эта структура не была так сильна, это было брежневское время, когда на первый фланг вышли партийные лидеры и партийное лидерство. И вот он говорит, кто бы ни пришел следующий, да, это все равно будет ставленник ФСБ. И ФСБ, приведя Ельцина уже к концу его первого срока, думала о преемнике и искала этого преемника. Но они не нашли тогда, в конце первого срока, и поэтому они нашли его почти в конце второго срока. Это оказался вот эта моль, да, как называли Путина на его работе в Германии. И вот на эту моль ФСБ и поставила. Вот если верить историку Фельштинскому, как вы думаете, у ФСБ есть на примете человек, который бы, ну, закончил эту операцию преемник и был бы после Путина? Они вообще этим занимаются? Потому что, опять-таки, да, разговоры всякие ходят. Говорят, что там от группы Патрушева выходили уже на Вашингтон и какие-то якобы переговоры начали проводиться. Ну, начнем с того, когда я открыл Саратское сыскное бюро «Аллегро», было это в 89 году, то у меня был две группы наружного наблюдения, одна группа технической разведки, то есть одна группа состояла полностью из КГБшников, группа технической разведки полностью из КГБшников и так далее. И поэтому для меня КГБ – это открытая книга, я знаю все изнутри, у меня работали люди, которые давали мне всю полноту информации о деятельности КГБ и наверху, и внизу, и так далее. И я вам скажу словами одного своего работника Юры, такого, не буду его фамилию называть,
Я помню, когда ФСБ уже в 2000-е годы там царило, я встречаю Юру, он идет с какими-то подарками, но он этот офицер действующего резерва там в ФСБ. Я говорю: Юр, вот ты еще откуда идешь? Он говорит: да вот праздник был, там поздравляли. Я говорю: ну ты мне говорил всегда, когда работал у меня, что в КГБ 3% умных, а остальные дураки. Конченые причем, дураки. Сейчас-то вот в ФСБ больше умных. Он говорит: это что, там вообще не осталось. Там одни блатные и умных нет. Когда в 94-м году мы с Рашкиным вместе, его может это подтвердить, пришли к генералу Протасову, который возглавлял ФСК, ну это... потом ФСК стал называться ФСБ, да, пришли, он был очень грустный и начал нам рассказывать, плакаться в жилетку, что всех сотрудников у него 500 человек, да, что никакие решения, конечно же, они не принимают, а 500 человек – это вместе с уборщицами и так далее. Поэтому насчет исторических вот этих справок, они абсолютно неверны. Во-первых, никогда ФСБ, кроме как... с Путиным не принимал участие, да и с Путиным, какие там ФСБ, там принимал участие Березовский, Абрамович, принимали участие Киссинджер в продвижении Путина. Какие там ФСБ, о чем вы говорите? Это миф. Никогда ГБУха не царила в Советском Союзе. Никогда. Всегда ГБУха была под партией. Когда выкидывали Хрущева, вспомните, как Брежнев называл главу ФСБ, это КГБ, комсомольцам, он называл их комсомольцы, они для него ничтожество были полные, КГБшники всегда были ничтожеством для партии, они были инструментом, и если КГБ где-то, я помню, я же служил в пограничных войсках, комитет госбезопасности, да, и мы знали интересную историю, когда КГБшник один напился и начал быковать, что КГБ там это руль, это там и так далее. Его выкинули отовсюду, сразу задние слова в ресторане. Просто напился и сказал, что мы КГБшники, мы всем рулим. Ему сказали: слышь, партия, руководящая и направляющая сила, вот тебя из партии нахер, и вот тебя из КГБ нахер. Понимаете, это было очень жестко. Понимаете, после всех этих 37-х годов партийное руководство очень сильно боялось силового вот этого инструмента. Да? Даже какие, наверное, не 37-й, наверное, все-таки начиная с 35-го года, начиная с того момента, как Ягоду прижали, да, то есть начали прижимать Ягоду, и все эти события начались с 1935 года. Почему? Потому что они, спецслужбы, стали усиливаться. Партийному руководству усиление спецслужб было абсолютно не нужно. Точно так же, как и сейчас. Вот Путин сидит, вы думаете, КГБшники, что ли, там ФСБшники рулят? Ни в коем случае. Кто? Патрушев, ну он дурачок. Бортников, ну такой же дурачок. Они, да, выполняют команды, которые приходят из Кремля. Но это кремлевские команды, которые полностью формируются в администрации президента. Не в ФСО, где там 70 генералов Путина охранять. Ни в коем случае. Полностью администрация президента этим рулит. Больше никто, понимаете, да? То есть эти могут чемоданы носить за Путиным, могут ему что-то подсказывать, да, что потом он в виде своих приказов отдает администрации. Да, вот те, которые стоят с ним рядом, они больше влияют на ситуацию, чем какой-нибудь Бортников. Вот тот, кто ему чемодан несет, и то Владимир Владимирович, там какие-то разговоры ведет, он больше влияет на ситуацию. Поэтому это миф, всегдашний миф, и сейчас никакие ФСБшники не занимаются сменой руководства России. И вы увидите, когда это все произойдет, что они к этому имели наименьшее отношение. Понятно, что такие заговоры зреют в администрации президента. Понятно, что такие люди во главе стоят этих заговоров, как Кириенко, а не Патрушевы с Бортниками. Да, они ничтожество полное. Вы посмотрите, когда рассказывали, я угорал, просто не мог.
Патрушев там власть захватит, многие аналитики. Мне было смешно, потому что, ну, Патрушев дурачок. И в этот же самый момент как будто бы хотели, ну, эту информацию, понятно, вбрасывали из определенных источников про Патрушева, но в этот же момент, чтобы показать всем более-менее умным людям, да, продемонстрировали, кто такой Патрушев в Питере, когда местная питерская дума не стала выбирать его этим почетным гражданином Санкт-Петербурга. Можете себе представить, Миллер и Патрушев. Миллера выбрали почетным гражданином Санкт-Петербурга, а Патрушева не выбрали, такого несчастного. А? Да, конечно. То есть, и это же было специально сделано. Ну что такое, какой-то там почетный гражданин? Ну его специально затьмарили, показали. Ты, сука, ничтожество ты и так далее. Ну Миллер испугался, потому что он ни с кем ссориться не хочет. Патрушева ввел в совет директоров. Ну я имею в виду сына Патрушева. Наверное, с Путиным договорился, скажет: Вов, давай там, вон обидели чувака, дадим ему какую-то денежку. Понимаете, это очень серьезные вещи, и жаль, что так называемые аналитики их не замечают. Я 13 с половиной лет... Ну, на самом деле, вы очень правы. Да, по поводу Патрушева, я 13 с половиной лет проработал. Да, проработал в Саратовской областной думе, поэтому я знаю, как действуют царедворцы, что такое бюрократия, как работает Кремль. Все это я прекрасно знаю. То есть не, и когда начинают какие-то фантазии рассказывать про то, как вот там кто-то что-то сделает, никто ничего не сделает. Я извиняюсь, что перебил. Вы должны понимать, что ситуация сейчас вот именно такая, как в 17 мгновений весны показано. Помните, все рушится, рейх этот рушится, и Гиммлер приходит к Герингу, да, Юлиан Семенов описывает, приходит и говорит: Герман, там фюрер уже не тот, там, мы должны что-то сделать. А тот, Юлиан пишет мысли Германа Геринга, тот говорит да, мысленно, у него, да, Генрих, да, да, Генрих, ты прав, это так и есть, но у тебя в руках вот папка черная, а там магнитофон, да, и меня чикнут, поэтому я буду помалкивать. И это были, нужно понимать, что это за люди были, да, там Геринг, это командир полка авиационного, да, сменивший Манфреда Рихтгоффена, да, то есть это летчик-ас, это и так далее. У каждого есть своя биография очень серьезная. А кто такие путинцы? Ну, представьте, ничтожество, которых вытащили как зайцев там из мешка, как котов из мешка, вытащили, ну, вот посажали, и вот они... Да. Вот смотрите, Вячеслав, пока мы с вами разговариваем, а я для зрителей скажу, мы говорим в 21 час 30 минут, и сегодня среда, а вы посмотрите эту беседу завтра с утра. И пока мы с вами говорили, помните, с чего начинали? Что в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах протесты. Вы сказали, что они небольшие. На самом деле в Санкт-Петербурге вышло достаточно людей. И вот мы говорим час, и вот в Санкт-Петербурге есть уже сообщение, протестующие разбежались после прибытия полиции и предупреждения остановить незаконный митинг. Все разбежались, нет никого на улице. Это справедливо, и я своим соратникам говорю, нечего там делать. Если вас зафиксируют, то потом вы не сможете подпольной работой заниматься. Проще, я говорю, пойти и в этот момент что-то сделать такое, что потом туда отзовет всю полицию, и чтобы они занимались. Но протест должен быть реальным, это должно быть прямое действие. С Путиным надо бороться, и реально бороться, понимаете? То есть вот сейчас, я думаю, что самое актуальное, конечно, да, это вот два направления – интернет-направление и прямое действие через вот такие операции, как «Примус», да, когда все горит вокруг и ничего с этим сделать невозможно, потому что непонятно, от кого это исходит, люди не приходят с плакатиками, они не говорят там «отпускай», «позор» и так далее, они там приходят, человек иногда он идет в майке, а у него буква «З». Там он запутинец весь, да, потом раз и какой-то объект сгорел, и цена этого объекта, как вон в одном месте, 4 миллиарда рублей.
Можете себе представить? 4 миллиарда. У меня к вам еще один вопрос. Он, правда, это такое мое подозрение, а вы его уже там подтвердите или опровергнете. Скажите, а вот этот путинский демарш, да, в виде частичной мобилизации, это все еще приглашение к переговорам Украины? Это у него такое своеобразное сильвупле? Дело в том, что он таким образом демонстрирует свою решимость бороться до конца, демонстрирует то, что война будет затяжной, что у него огромный, практически неограниченный ресурс, да, потому что вот Шойгу говорит, 300 тысяч надо, да, а мобилизационный ресурс в России, ну, не знаю, кто как оценивает, но 10 миллионов-то есть в любом случае. То есть это можно еще и таких частичных мобилизаций 33 штуки еще объявлять, да, поэтому они думают, что это неисчислимый ресурс и резерв, и поэтому, да, это показатель силы наряду с ядерным оружием. Есть ядерное оружие, есть МОП-резерв огромный, есть какие-то товарищи там в Северной Корее, которые будут присылать снаряды в бесконечном количестве. Мы же понимаем, что сейчас у него нет ничего, и даже произвести... Но он думает, он идиот, он думает, что Украина попросит переговоры. У нас президент четко сказал, не, мы все, мы закончились эти все истории с переговорами. Или он тоже уже, не, он уже понял, до него дошло, что переговоров вы не будет. Вы поймите, что он не самые основные как бы очки, да, он рисует не ядерным оружием и даже не мобилизацией. Это дополнительные такие крохи. Основное для Путина, и он удивился, что это работает плохо, да, всегда это работало хорошо, а сейчас это работает плохо. Это помощь международного преступного сообщества. Обратите внимание, он интегрирован в международное преступное сообщество, он платит огромные деньги международным преступникам. Эти преступники иногда бывают президентами, иногда премьер-министрами, политиками разных уровней. Американцы рассказывают, что Путин там 300 миллионов долларов потратил. Ну, это просто смешно. 300 миллионов долларов, да, чтобы выкупить Аяцкого, когда возбудили уголовное дело, Джелавян, это дорожный министр, вор такой в Саратове был, отвез в Кремль 30 миллионов. 30 только. В Кремль. Это одна взятка мелкая такая. Да? И что же, Путин 300 в 10 раз больше, чем за Аяцкого? Конечно, нет. То есть суммы тратятся огромные. Он тратил на все, если вы помните, и на футбол, и на Олимпиаду, на подкуп, я имею в виду должностных лиц, и прочее, и прочее. То есть он подкупает всех, кого можно, кого не может подкупить, шантажирует. Ну, это работа спецслужб, то есть собирают информацию и, соответственно, пытаются надавить на болевую точку. Если такой точки нет, там по какой-то причине, но, наверное, и новичок применяли, мы просто об этом мало знаем, понимаете? То есть мы вот со Скрипалем так вылезло, с Навальным вылезло, а я думаю, что и многократно применялся яд и в других случаях. Да. Ну, поэтому мы видим, что... Отравление, да, и отравление, да, умирали. Да, огромное количество политиков постоянно с Путиным созванивается, рассказывают, как Шольц, что он очень уважительно с ними общается. Вот представьте, Шольц бы сказал, вот я Гитлеру звонил, он так уважительно со мной разговаривал. Да, это же то же самое. Поэтому я говорю, что определенные преступные кланы международные, коих очень много, они взаимодействуют с Путиным. В их планы ни в коем случае не входит свержение путинского режима и уничтожение самого Путина. Он просто сошел с ума. Но они говорят, ну он двинулся с этими украинцами, вот он там пытается что сделать. Украинцы с самого начала слили, никто ее не пытался защищать. Как вы помните, это украинский народ встал железной стеной, а у Путина оказался танк с табуреткой. Все же ожидали, что у него вторая армия, а у него танк с табуреткой. И все на этом сломалось. Представляете? То есть железная воля украинцев и полная отсутствие воли и техники у путинской армии. И тогда мы начали развиваться какие-то более-менее события, да, в пользу борьбы с Путиным. Да. Но в любом случае, обратите внимание, к тому же Зеленскому приезжали Макрон, Шольц
и все остальные, да, а Борис Джонсон, который жестко против Путина, приезжал отдельно. Почему Борис Джонсон приезжал отдельно? Ну, потому что он решал другой вопрос. Продолжение борьбы с Путиным. А эти пытаются всячески договориться, чтобы все прекратилось. Недаром американцы говорят, все от Зеленского зависит. Это он, если договорится, значит все будет нормально. Они на все согласны, им какая разница. Они хотят, чтобы это прекратилось. Они хотят дешевый газ, они хотят дешевую нефть, они хотят, чтобы Путин продолжал возить чемоданы денег лично им. С ним так хорошо работать. Ну, представьте, там Саркози чварили, не знаю, это было в уголовном деле или нет, но в обвинительном заключении это было, что Муаммар Каддафи дал ему там взятку 500 тысяч на выборы. Да, было. 500 тысяч! Да это обхохочешь! Да, понимаете, да. Путин 500 тысяч там, я не знаю, кому, банщикам там дает, наверное, там парикмахерам. Какие? Не, ну, подождите, это цивилизованная Европа, о чем вы говорите? Они так много так не вот, берут. Цивилизованная Европа имеет копеечку, а Путин дает им миллиарды. Понимаете, те политики, которые работают с Путиным, они все обласканы и все имеют колоссальные Вячеслав, деньги. Ну, 20 лет – это большой срок, можно было, конечно, подкупить. Он это время использовал, это понятно. Так что, ну, посмотрим. Но знаете, это сила. Вот... Да, это работает до сих пор. Это он работает, не только конечно. Подкупил, нужно понимать, как действует международное сообщество преступное. Он их развратил, понимаете? То есть они стали искать вот эти лазейки, откуда можно насытиться, потому что нет насыщения у этих преступников, им всегда мало. Понимаете, если они взяли у кого-то взятку, грубо говоря, там у Путина 30 миллионов, они завтра захотят 300 и будут все делать, и разрушат интересы своих народов, сделают все, что угодно в угоду вот этому. Да? Поэтому Путин, я думаю, сейчас он очень удивился, что многие ушли в сторону. Я думаю, что он их сейчас шантажирует, что он все расскажет, но, понимаете, ситуация какая сложная. Если он будет рассказывать про одного, придется рассказывать и про другого. И сейчас вот этого Кокса вычислили, что он работал с путинцами. Да, я думаю, что там не только Кокс, там их миллион кого можно вычислить. Вы мне напомнили анекдот, я уже рассказывала его в эфире, когда от Брежнева возвращается Эрих Хонекер, венгерский глава значит, коммунистической партии, югославский, по-моему, и, значит, и созваниваются друг с другом, и говорят, слушай, говорит, а тебе Брежнев дубленку дарил? Знаете этот анекдот? Говорит, дарил. Нет, это был румынский Чаушеску, по-моему, еще один Чаушеску, среди да. них с этих троих. Говорит, тебе, значит, дарил? Говорит, да, говорит, дарил. Ну и как? Говорит, да, говорит, это нормально. А этот Хонекер говорит, ты знаешь, говорит, а мне коротковато, и вот, значит, венгру коротковато. Он говорит, а не надо было на коленях стоять, когда вам дарили и примеряли. Вот. Хороший, я вообще редко бывает, чтобы не знал анекдоты, этот я не знал. А знаете, кто рассказал? Сан Саныч Чалы рассказал, он дипломат с опытом, это один из авторов, между прочим, Будапештских договоренностей, но он такой уже достаточно зрелый человек у нас в возрасте. Вот такой он анекдот рассказал. Спасибо, Вячеслав. Я, знаете что, я одну секунду, так сказать, Аллу Верды, тогда я тоже расскажу анекдот, да, по сегодняшней теме, по теме мобилизации, потому что это очень важно, и нужно понимать, как сейчас люди будут на это реагировать. Это анекдот такой, в советский период школьник приходит из школы, там что-то про войну, про Великую Отечественную и так далее говорили. И он говорит, дедушка, а ты вот без руки, ты руку во время войны потерял? Он говорит, да, внучок, потерял во время войны. А как это случилось? Он говорит, да, оторвали ее мне, когда в военкомат тащили. Вот этот анекдот, связанный с мобилизацией, можно было вообще больше ничего не говорить сегодня, кроме вот этого анекдота. Мы скажем, как будет она работать. Вот так она будет работать.
Да ужасно, на самом деле. Это поэтому, да, как это Пугачева сказала, да, будут гибнуть наши мальчики, она сказала. Ну, конечно, для нас все эти мальчики, они преступники, как только они переступают порог нашего дома, границы государственные. Поэтому, ну, можем повторить, что называется, то, что сказал наш главнокомандующий. Сдавайтесь, вот, сохраните себе жизнь. Будете целы, что называется, да. А я думаю, не стоит сдаваться. Получив оружие, нужно сражаться, но не с украинцами. Нужно сражаться с путинцами, поднимать восстание и так далее. Я думаю, что сейчас любой командир батальона может стать такой звездой, что вырваться в лидеры России мгновенно. Просто командир батальона, который поднял восстание и присоединил, он быстро присоединит к себе сколько угодно. И батальон, если в каком-то Белгороде находится, он до Москвы дойдет за несколько, ну, за сутки дойдет до Москвы и укрепится только за счет местных всех. Пойдут люди с ружьями, пойдут гражданские, какие угодно, чтобы поддержать. Если появился вот Александр Лебедь, условно, да, какой-то Александр Лебедь, и повел, развернул танки и повел их на Москву, я думаю, поддержка была бы со всех сторон. Видите, нет сейчас Александра Лебедя. Есть у вас ничтожество Стрелков Гиркин, к сожалению, который говорит обратное. Ну ничего, тогда у нас Залужный разжигает свой примус, вы, Вячеслав, свой примус продолжайте разжигать. И так, что называется, вперед к победе. Спасибо вам большое. Спасибо за сегодняшний разговор. Смерть тиранам, власть народу. Слава Украине! Да. Героям слава. Спасибо. Всего доброго. Дякую. Друзі, Вячеслав Мальцев, ми поговорили. Я нагадаю, що це вечірня бесіда. Ви її подивитеся завтра зранку. І наші русські зрителі, посмотрите, пожалуйста, эту беседу. Очень хочется, ну, может, Вячеслав, вы прав по поводу протестов, да, может быть, вы будете полезны не на протестах, а как раз на деятельности, которая будет делать очень больно Путину. Вот, поэтому берегите себя, конечно же, и не идите на войну, не идите на это убийство. Все, спасибо, подписывайтесь, шерте, ставьте дзвіночки. Дякую дуже, бережіть себе і Україну.